снимаю последние метры подъема на вершину. Немножко, конечно, сложновато. И не только ввиду снега. Ну и вот скала, господи, основная тропа вот там вот прямо идет. За этой скалой. Это я шел. А тропа вон там. За этой скалой, но ее засыпало там. Ну, попробуем последние метры подняться. С камерой, конечно, неудобно. Ну вот, обычно паломник с той стороны заходит. Ну, там, когда заходит. Не, паломник может и здесь зайти, как ему угодно. Ну, по тропе все идут, в основном. Строго. Особенно скал тут таких не слоятся. Поэтому, когда берешься за край, смотри, чтобы не отковывалось, а то будет вот так, как взялся, есть. Дальше второй момент. Мне неудобно немножко и камера, и все. Теперь вот снег, да? Держишься за скалу. Таптаю себе ступеньку. И ищешь, за что взяться. Если не за что взяться, берешь вот палку. И за палку берешь. Снова ступенечка. Последние за свои метры не тут. А где это все происходит, покажу вот с такого вот ракурса, так сказать. Так, ладно, пейзажи позже будут. Последние метры. Господи, слушай. Так, вот здесь у нас ступенька, главное, чтобы она не поехала. Вот. Зашел я с другой стороны, там, где он Кирилла идет. Господи, ух. Мама, последняя. Вон эти перила. Теперь тут еще надо пройти. Проверять надо. Все. Вершина. Святой РФ. Конечно, снялись. Вон эти перила. Оттуда надо было подниматься, но засыпано. Все. Комментариев. Ну, вот это все сюда. Да, давно тут не было никого. Снега очень много. Все. Храм Преображения. Все в снегу засыпано. Только снега не было. Не, ну бывает, конечно. Чтоб такие сугробы. Вот здесь же, кто был, знает. Засыпано.
можно провалиться и через алтарь. Уже без остановки обычно. Остановка. Потом на вершину сразу. Вот. Эх, сейчас. Веревка застряла. И как не сцеплялось-то. Погода сегодня, все видно будет. Вот тут еще и не залезть. Только так держаться за это. Просто в одной руке камера. Чё, сейчас залезем. Ух ты, тут основание креста уже это. Вот это. Муровать надо. Oh,